Ну, думаю, будет веселее, сложнее, интереснее, захватывающе. Рубашечки, черные юбочки. И потом все придем цветочки преподавателям. Как новое 1 сентября на самом деле, только как бы больше ответственность на тебя, а не на родителей. Ну, думаю, что все-таки будет интереснее. Ну, я стану студентом, вот и узнаю. Специальность можешь назвать направление? Прикладная информатика в юриспруденции. Почему тебе это интересно? Во-первых, у меня будет обширный выбор профессий в дальнейшем, и это очень интересно, я буду знать законы, и это тоже плюс в жизни. Теперь приступим к тебе. А ты куда подавала документы? Я подавала, ВГУ и Политехнический институт. А почему именно ВГУ выбрала? Ну, сюда пошли все мои друзья, все мои знакомые, как бы отсюда я знаю, что выходят успешными людьми, знающими, умными, вот, а я думаю, это достаточно важно в жизни, быть умным. А ты поступила на бюджет? Да, я поступила на бюджет. На бюджет. А какой? Прикладная математика и информатика. Только увидела приказ о зачислении и перестала что-либо смотреть вообще на самом деле. И что ты почувствовала, когда увидела приказ о зачислении? Это было с утра, я помню. Мне как бы звонит мама: Вика, быстрее, проверяет, ты зачислена. Быстрее, там, гружу файл, интернет не работает. Такая, что делать? Нервы, эмоции. И тут я вижу свою фамилию. Радости было неимоверно сколько на самом деле. А как проходит с людьми, которые на коммерцию зачисляются? Все гораздо спокойнее? На самом деле нет, тоже волнение было, то что возможность была, конечно, пройти на бюджет, но не получилось. Чем студенческая жизнь отличается от школьной? Во-первых, это более ответственный шаг во взрослую жизнь уже. Я даже не знаю, это подходить надо более серьезно к предметам, которые ты изучаешь, потому что это твоя будущая профессия и... В целом от тебя зависит вся твоя дальнейшая жизнь, как она сложится. Один день жизни студента. Это, конечно, бешеная скачка, быстрее, значит, умыться быстрее, там, а к черту макияж такая прям, быстрее учебнички, тетрадки, ручка, побежала, отсидела тут все, значит, может, еще что-нибудь там подучила, вот, и быстрее, конечно, домой кушать и отдыхать. Я думаю, это будет достаточно сложно, но как бы я планирую уделить больше времени, конечно, учебе, чем там развлечениям или все дела. Вот ты уже почти студент, как ты думаешь, чем студенческая жизнь отличается от школьной? Времени больше тратится на институт и на все остальное, на подготовку к нему. Ну а как ты себе можешь там представить один день из студенческой жизни? Ну, просыпаться где-то на час раньше, часов в 6, собраться, приехать сюда, отучиться и домой. Понятно. А ты не планируешь в активе участвовать? В активе планирую. А в принципе в школе я тоже такой активист. А какие у тебя есть таланты? Что ты умеешь делать? Ну, шучу иногда. Думаешь, чем студенческая жизнь отличается от школьной? Свобода. Ну, во-первых, я из другого города, поэтому здесь как-то жизнь будет вообще совершенно другая. Жизнь в общежитии без родителей, сам себе еду готовишь, сам себе все стираешь. Готов к этому? Наверное. Ты как будешь готовиться к 1 сентября? Ну, не знаю, может быть, бантики куплю, там, косички себе сделаю, не знаю. Ну, наверное, просто буду переезжать как-то постепенно, не знаю. Вообще еще до этого еще не дошел мысленно. А ты планируешь в студенческой жизни участвовать активно? Что еще раз? В активной студенческой жизни участвовать? Да, я уже думаю, что буду в спортактиве, буду надеяться, что буду где-нибудь участвовать, защищать честь вуза. А у тебя есть какие-нибудь таланты? Там поешь, танцуешь? Ну, таких талантов вряд ли можно найти, но, в принципе, только те части спорта. Футбол, атлетика, плавание. Как ты думаешь, чем отличие студенческой жизни от школьной? В студенческой жизни больше свободы, но и больше ответственность перед своим все-таки будущим. Именно здесь закладывается будущая база для выбора профессии, для выбора своего будущего. Угу. Ну а вот как ты думаешь, что там будет происходить? Мы будем сидеть на лекциях, записывать. Вот представь себе, один день из жизни студента. Вот как бы ты его себе представил? Ну, я думаю, он будет не очень сильно отличаться от школьного. Чем студенческая жизнь отличается от школьной? Больше свободного времени, надеюсь, будет. Ну, а как ты себе представляешь вообще саму студенческую жизнь? Что ты будешь делать?
учиться буду, отдыхать, все вместе совмещать. А ты планируешь в актив, например, ходить? Ну, планирую участвовать во всех мероприятиях, хочу.